Сегодня во всем мире отмечается День навыков молодежи. Он призван обратить внимание на подготовку к переходному этапу во взрослую жизнь. О том, как появился праздник и какие возможности по поиску работы имеются в Ангарске, расскажем далее. Молодость – наиболее активный период в жизни каждого человека. В это время формируется личность, выстраиваются социальные связи, ведется общественная деятельность и многое другое. Одним из факторов, определяющих молодых людей как полноценных членов общества, является выбор профессии и построение собственной карьеры. За обеспечение необходимыми вакансиями в Ангарском округе отвечает Центр занятости населения. У нас обращение молодежи идет постоянно. Молодежь у нас идет до 34 лет, считается, да. Выпускники сейчас пошли. У нас очень много программ для трудоустройства молодежи. Сферы абсолютно разные. Это медицина, образование, химическое производство, то есть пищевая промышленность. Вот любое предприятие, которое у нас находится на территории Ангарского городского округа, готовы принимать на работу молодежь. День навыков молодежи создан, чтобы отметить важность обучения молодых людей необходимыми умениями для получения достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью. Главный вызов – искоренение безработицы среди молодежи. В этот день устраиваются конференции, просветительские лекции, семинары. В образовательных учреждениях проходят тематические занятия, а также организуются молодежные клубы. Молодежный клуб у нас был открыт в апреле 2024 года. Собираемся мы не менее двух раз. Бывает, что и чаще. Проводим различные мероприятия, которые направлены на содействие карьеры для молодежи. Также мы рассказываем о современных сервисах, которыми можно воспользоваться в службе занятости. И для молодежи на наши мероприятия приглашаем различных экспертов для передачи опыта. День навыков молодежи появился по инициативе ООН в 2014 году. Праздник обращает внимание на проблемы молодого поколения и призывает правительство улучшать экономические условия жизни. Тема в этом году – навыки молодежи для мира и развития. Она подчеркивает важную роль, которую молодые люди играют в разрешении конфликтов и построении лучшего будущего. В настоящее время мир сталкивается со множеством вызовов, многие из которых затрагивают младшее поколение. Поэтому воспитать достойную подрастающую смену – одна из главных задач мирового сообщества. Никита Родинский, Олег Левченко. Местное время.